Все лето турнир собрал больше за 200 юных спортсменок. 18 команд с Беларуси, России, Польши, Литвы и Латвии. Для многих это первые соревнования, на которых они могут выступить, проявить себя. И дальнейший дается старт девочкам для того, чтобы они выступали на более крупных международных соревнованиях. Турнир носит сябровский характер. Особливо важно ён для починающих спортсменок из регионов, которые покуль только марыць про серьезные чемпионаты. Для них это колоссальный опыт и знакомство со школами мастацкой гимнастики інших краин. Мы вдвоем приехали из Вильнюса. Я здесь первый раз, она второй раз. У меня впечатление, то, что очень серьезные у нас соперники и немножко тяжеловато. Еще очень много девочек из разных стран, и есть чему научиться. Я люблю гимнастику, потому что это красиво. Шмат тут и опытных спортсменок. До прикладу, меньшанка Марта Лядко с гимнастичными булавами и стужками добро знакома уже 13 годов. Мая звание майстра спорта. Уровень этих соревнований очень высокий. Тут много стран. И очень важно посмотреть на всех. Посмотреть, насколько у них высокое мастерство, научиться, может, чему-то. Где-то посмотреть ошибки. Уже несколько годов судейскую коллегию, якая складая больше за два десятки тренеров и спортсменок, узначальвали бронзовая медалистка Олимпийских гульнев 2012 года Любовь Чаркашина. Для юных гимнасток она провела мастер-класс. На протягу годины девчонки сочили за каждым рухом знакомитой спортсменки. И, напевно, этот опыт запомнится им на все жизнь. Я вспоминаю себя, мне всегда на турнирах не хватало общения с ведущими гимнастками, да, с какими-то там, допустим, чемпионами, с людьми, которые я вижу только по телевизору. И, конечно, когда у детей появляется такая возможность и буквально подойти чуть-чуть исправить или сказать какое-то действительно нужное слово, оно дает большой толчок и помощь тренеру. Переможцы турниру вызначены у 11 узростовых подгруппах. Сярод призерок шмат белорусских спортсменок. Немало кубков, медалей и подарунков повезли до дому и юные зорочки Брестщины. Алина Ракуть, Олег Завадский, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».